сказать, сложный очень матч получился. В принципе, первый тайм вообще не получился у нас, как планировали. Знали, что команда «Ангуш» хорошая, организованная команда, знает, что хочет, агрессивная очень. В принципе, готовы были к этой игре, но первый тайм просто «Ангуш» не дал играть, как мы хотели играть. Они играли свою игру, огнетали, подавливали моменты, забили гол во втором тайме начале. Ну, второй тайм, когда уже коррективы внесли в игру в перерыве, ребята успокоили, и пошла игра та, которую мы планировали. Реализованная игра пошла, забили гол, могли забить, могли пропустить. В принципе, результат по игре. Ну, хорошая игра. Хорошая игра с нашей стороны. Мне показалось, что мы играли лучше. По моментам однозначно мы больше моментов создали, особенно в первом тайме до удаления. Ну, естественно, удаление повлияло. Намного тяжелее пришлось, но даже десятером мы надеялись только на победу и играли на победу. Старались, пытались выиграть. Десятером создали моменты неплохие. Понятно, что уже территориально было тяжело превосходить соперника, но в любом случае «Ангуш» сегодня хорошо играл. Жаль, что не выиграли. Вроде после забитого гола быстро пропустили. Обидно, чуть-чуть в защите не доработали. Но ничего, игра хорошая, результат, будем надеяться, что придет. Команда полностью выложилась, поэтому никаких претензий к игрокам не может быть. Победа, я думаю, к нам придет. Вот после удаления в первом тайме, во втором тайме какие коррективы были внесены? Ну, чуть-чуть мы перестроились, конечно, по неволе это пришлось сделать, одного опускать в опорную зону. Уже одного нападающего оставлять, просил больше крайних защитников подключаться, чтобы остроту на флангах создавать, через фланги скрывать оборону. Ну, что-то получилось, что-то нет. На стандарты там надеялись тоже. В принципе, неплохо стандарты использовали, могли со стандартов забить. Забили после индивидуального прохода Алиева. Еще раз, отыграли хорошо они, отыграли, отработали, поэтому жаль, что они не победили в этом.